сидели на кухне, услышали грохот, напугались. Вышли проверять, откуда звук. У нас растаял балкон, ребят. Его просто больше нет, он там вот внизу. Пришла весна. У кого-то тает снег, а у нас балкон. Приехали дежурная бригада слесарей, посмотрели место происшествия. Утром главный инженер заявил, что ведутся поиски подрядчика для производства ремонтных работ. Но уже через некоторое время главный директор управляющей компании сказал, что на данном доме, на нашем доме нет средств для производства текущего ремонта. И данный ремонт может быть произведен только за счет средств фонда капитального ремонта.